Тамань славится своими винами. У нас здесь три моря: Черное, Азовское и Море вина. В самом поселке Сином находятся две винные компании. Это Фоногория, в которую мы сейчас зайдем и посмотрим, и Краснодарская винная компания. Около дегустационного зала есть вот такие экспонаты, где вы можете пофотографироваться. Отдыхающие всегда заезжают и закупаются в дорогу вином. Мы вам покажем, какой есть ассортимент, а вы уже решайте сами, что вы сможете для себя приобрести. Очень много разных вин, которые делают Фоногория, коньяки. Ну, да, даже охлажденные есть. И на любой вкус и цвет. Как правило, отдыхающие берут целыми коробками и везут к себе домой, угостить родных и близких. Разные шампанские, как они красиво здесь стоят в таких прилавках. Вино также. Всегда всем нашим гостям советую взять с собой бальзам, увезти. Как ты какой? На подарок вот этот бальзам на травах. Да? Да, мы всегда его всем советуем, все покупают с собой, возят как и подарок, и себе просто. Ассортиментом. Там всякие травы на травах. Угу. 26 лекарственных растений. Угу. Вот это всегда всем гостям советуем своим. Видите, сколько покупателей, огромная очередь на кассу. Да, да. Поэтому, если у вас встал вопрос, где можно приобрести алкогольные напитки, то вот, заходите в Фоногорию, выбирайте что-либо. Выбор огромный. Экскурсия и дегустация будет на Фоногории стоить 700 рублей с человека. Продолжительность 1,5 часа. И расширенная экскурсия 1200 с человека. Вот так вот. Продолжительность 2,5 часа. Да.
Ну, это очень интересно. Это где вот именно все производят, цеха. В винной компании есть столовая Афина. Давайте зайдем, посмотрим. Как я заметила, уже народу много. Отдыхающие кушают. Давайте пройдем, посмотрим, какие есть цены. Ставьте паузу, если вы хотите увидеть подробнее цены. Первые блюда еще. Да, первые блюда. Ну вот, такое вот местечко, где вы сможете покушать, если вы приехали в Синой. Вот такое вот местечко. А сейчас мы с вами направимся в еще один магазин, где посмотрим там цены на алкогольную продукцию. Вот здесь при входе сделана такая инсталляция в греческом стиле. Поднимаемся с вами по лестнице. Посмотрим. Режим работы. Здесь уже не так много народу. Ну, тоже свой ассортимент. А, так, а может, надо не искать и спросить? Вина здесь, я уже вижу, даже есть в коробках. Там я не видела, чтобы были в коробках. Так неустойчиво стоят коробки. Вот, допустим, шардоне 160 рублей, 180. Мускат. Выбор совсем другой, потому что, конечно же, другая фабрика, другой завод, точнее. Вы можете взять как фоногорье и попробовать, так и здесь. И для себя уже решить, что лучше. Чтобы, когда вы вернулись, вы знали, что больше вам нравится, что затем на подарки можно взять. Смотрите, какой интересной упаковки. У нас что? Напиток газированный, сладкий, маскатти. Интересно. Здесь уже вина подороже. Вот такие, все кубанские. Все свое.
Букет Кубани, 175 рублей. Смотрите, какие подарочные упаковки красивые, деревянные. Если вам на подарок, то можно приобрести. Уже дегустируют люди. Это вот я вам предлагаю при бюджетной серии нетерапии. Как раз вот для свадьбы. Это не шапки было, сделали такое покрытие второго. Так что здесь вы можете даже продегустировать перед тем, как купить что-то. Кагор. Мохито даже есть. Сангрия. Вот так вот. Спасибо вам за просмотр. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пожелания или, возможно, темы для съемки, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я все читаю. Пока.